Найдите сокровище Дрейка. Ууу, какой намек. Uncharted появился раньше, чем это требуется. Это задание из DLC. Из DLC, доступного в различных эксклюзивных изданиях, расширенных, еще каких. Не знаю, как они называются. Там столько изданий постоянно есть у Ubisoft, у каждой игры. Там супер-мега-делюкс-ультра-дупер-пупер-охерительное издание. О май гад, мои яйца такие большие, потому что я купил это издание. Оно просто потрясающее издание. И так далее. Я вообще-то хочу сначала точку синхронизировать, чтобы все увидеть. Информацию, конечно, не дадут посмотреть, потому что это миссия делалась для DLC, и она, как обычно, кривая, да. Ах ты, срань. И как же мне тебя убить? По-простому? По-обычному? Окей, это было просто. Ох ты, тут золотой сундук. Видите, это золотой сундук. Золотой. Иди ко мне, дорогуша. Что-то вас мало как-то тут. Целые серенады вам, блин, свистеть, чтобы вы наконец осознали, что вас хотят убить. Сначала вынесу этого мужика, потом пойду за сундуком золотым. Там столько реалов. А такие громкие шаги ты не слышишь? Ну ладно. Глухим парнишкой быть, конечно, не страшно, но иногда ты просто... И чё? Иногда это тебя подводит. Палаши капитана Дрейка теперь доступны в капитане... А, это оно и есть в каюте капитана. Палаши. Вот я их и хотел. Не по-любому отстой какой-нибудь. Не зря я за ними сюда шел. Придешь? Упс. Хромоножка Билли, видимо, это был. Так, его лучше сейчас не тревожить, насколько я знаю. Блин, у него боеприпас есть. Вообще-то мне наверх бы. Это как-нибудь можно провернуть? Нет, сначала я заберу вот это добро. Где оно? Че ты? Эдвард! Эдик, что ты... Боже мой. Не могу подойти с этой стороны. Вау, логично. Знаете, вы тогда шкаф ставьте дверью к стене. Ubisoft, а, ну, видимо, они так и живут, потому что я не знаю, сколько надо дебильные такие решения предпринимать. Так, видимо, мне надо было подходить к этому... к точке обзора с другой стороны. Вау, все-таки здесь можно было зацепиться за что-то. Да. О, да, потрогай его за эти потрясающие красивые зубки. Эксклюзивное задание такое эксклюзивное. Не-не, я хочу на награду посмотреть, вдруг там действительно крутое оружие.
Синхронизация, тоже здесь такая синхронизация, она так нужна. Чтоб легче искать было. Ага. Сундук ULC. Что-то, что значит ULC? Может быть... Может, TLC? Или Uplay Limited Content... А, что-то там Limited Content или что-то типа того. Ой, да ну нахер, я не буду в этом разбираться. ULC. Значит, ULC. Давай, давайте подумаем. You like cocks. Сундук. Я просто не знаю. You like... Си. Просто си. Unlimited, limited... Коничуа. Что это значит? Ну, думаю, последний вариант круче, конечно. Унифицированная... Лубрикантная... Калека... Унитарная... Любительская... Унитарно-любительский кладезь. Что за херня происходит? Я ненавижу дополнительные миссии, я предыдущий... В предыдущей игре была дополнительная миссия с пирамидой Майя. Я не могу подняться наверх, ребят. А, здесь нельзя. Я там столько багов нашел, это было просто ужасно. Я застрял в нескольких деревьях. Это было ужасно. Что здесь нигде не застрял? Что он делает? Я серьезно говорю, это все костюм. Надо костюм этот срочно снимать. Я хоть правильно бегу? Да. Или нет? Нет, правильно. Я почему-то не понимаю, почему мы постоянно заходим... Нет, сверху мы зашли на этот раз. Так сказать, снизу. Да-да-да, стою. Тебя жду, браток. Дебил, что ли? На! Держи. Понравилось? Еще хочешь? Че это было, черт его знает, ну ладно, неважно. Чего встали? Опс. Не повезло, да? Да, браток. Я за счет вас еще сейчас тут пулями обогащусь. Китал. Я знаю, что это значило. Это значит умалишенный. Лимитированный кофнюк. Наряд капитана Дрейка тоже открыт. Че, мне еще можно выше подняться? Океак. Леон, наоборот, ниже. Вот видите, это обычный сундук. Он не уродский. Левый кастрирован, блин. Уродский левый кастрированный сундук. Все. Сундук уродский левый кастрированный. Отлично. Фак, ну ты один остался. Немножко для всех здесь было всего. Всякое дерьмо бывает. Да и в самом конце он разбивается... Гол, потому что кто-то положил... Здесь была просто бетонная куча, а кто-то ее заложил листьями. Я ничего не путаю, здесь лодка ведь должна быть. Вот она. Чего вы такую ужасную музыку пиликаете?
Вау, какая миссия! Какое эксклюзивное издание! Интересно, сколько там обещали минут геймплея? Подождите, там должно быть написано. Это же все, да? Задание для одиночной игры, потерянные секреты, наследие капитана Кенуэя. Одежда и оружие. Так тут написано как бы две миссии. Почему мне говорят одну только? Так, подождите. Меня интересует эксклюзивный контент. Сейчас посмотрю внутри вкладыш. Я посмотрю просто на задней стенке, что написано. На задней стенке можно написать любое говно. Задание. Тайны, принесенные в жертву. Наследие капитана Кенуэя. Они говорят на задней стенке, на задней обложке, на задней стороне обложки, то, что это две разные миссии. Хотя нет. Это они вообще даже не могут договориться, какой у них, какие у них миссии. Тут написано внутри во вкладыше то, что задание называется «Тайны, принесенные жертвы», а на задней обложке написано «Потерянные секреты». Ну, про наследие капитана Кенуэя они все-таки договорились вместе. То, что... и так, окей. Мне нужно найти костюм охотника за сокровищами, золотые парные мечи. Или нет? Слушайте, нет. Это эксклюзивные игровые материалы. Почему мне их не дали? У меня есть золотые парные... У меня нету золотых парных мечей, и костюма охотника за сокровищами тоже нету. Или есть? Стоять. Костюм охотника за сокровищами. Клинки золотые. Там что там, золотые? Вот, положи, капитан. О, рыли? Вы действительно думаете, что... О, боже мой, и я из этого говна шел сюда. Где у меня золотые палаши? Короче говоря, что-то не сработало. Но я хочу посмотреть, слушайте. Прямо сейчас посмотрю. Так, где DLC? Вот, мои дополнения. Что у меня есть, кроме Авелины и прочего дерьма? Uplay паспорт. Black Flag Evelyn Figurehead. Капитан Кенуэй. Legacy пак. Sacrifice Secrets пак. Ну так вот же, это оно и есть, вот это вот DLC. И где они, золотые парные мечи? Они продажи, что ли, пока доступны? Мне еще надо еще продажи их находить. Ну, видимо. А костюм? Вот костюмы здесь точно все. Тут нет костюма охотника за сокровищами. Алло, гараж. Слушайте, игра меня в жопу послала. У меня есть DLC, но этого DLC нет. Вы сами видели. Нет ни золотых парных мечей, ни другого отстоя. Ну, просто зашибись. Урон повышен. Охереть, какое дерьмо. Урон, поражение 2. Так, а есть какие-нибудь самые крутые? Вот самые крутые. Пистолеты испанских офицеров. Или еще лучше есть? Еще лучше есть пистолеты со съемным дулом. Или золотые кремниевые пистолеты. Приобретаем после выполнения всех морских контрактов. Нахера они мне будут нужны после всех... Ай, боже мой. Я просто не знаю, нахера они будут нужны после выполнения всех морских контрактов. Не знаю я, что они делали. Где там костюм Дрейка? О, боже мой. Ладно, давайте возьмем. Хоть какое, хоть что-то приличное в наборе этого дерьма. Потрясающее задание. Вы абсолютно ничего не потеряли, если у вас его нету. Эксклюзивное издание. Эксклюзивное говноиздание, скорее. Как может пихать такое в эксклюзивное издание? Отказаться. Тут же есть груз где-то. Так тут груз есть. Там груз был, я видел. Не успел нажать. Ну ладно, выйти в море. Там был груз, но мне его не дали взять. Ubisoft! Зачем ты это сделала? Надела платье белое. Нахера? Бла-бла-бла. Какое интересное задание было. Потратил 15 минут своего времени. Нахера я сюда смотрю? Мне теперь пилить сюда. Ничто не истинно. Все дозволено. Ну, это просто... первая половина слогана ассасинов или, не знаю, их основного... Как это назвать-то?
трендов, что ли? Nothing is true. Они то же самое говорят, что и раньше. Нахера повторять 350 раз? Quite some distance, mind, on the Yucatan Peninsula. You trust him to play it fair? I can't be sure. He has a way of picking away at my conscience that gives me pause. I should go see him soon. So long as we take some prizes, I'm sure the crew will understand. Ну и пошла ты. I'll set a course for Tulum. Да-да-да, Тулум. Тулум-булум. Маня-маня. Хотя нет, Тулум-дулум. Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Богачо подходит. Эти слова. Дипломатия 2 успешно завершена. Откройте флот Кенуэй, чтобы получить свои реалы. Да, спасибо. Мне древесину лучше дайте. Вот очень хочется деревяшек. Может, развалить эту канонерку? У нее ничего нету. Только зажигательные снаряды. И нахера они нужны мне? Металл. Интересно, если я оставлю, сейчас она поедет? Нет. Никуда корабль без меня не поедет. Никуда без капитана. За всеми надо потереть, всех покормить. Работа капитана сложная. Она очень неосторожная. Сейчас канонерку я завалю. Въеду я ей взад. Канонерка? Канонерка? Ты уверена, что хочешь стоять у меня на пути? Пока. А что мне запрещает ехать-то? Я хочу ехать. Вперед. Мне, кстати, еще что-то там осталось. Неизведанное. Туда бы тоже сгонять. Флорида. Или Флорида. Обломки Сан-Игнасио. Чертеж для улучшения. Ну, я пока что сюда не... Мне нужен колокол, чтобы сюда попасть, насколько я понял. Ну, блин, рисунок колокола здесь. Это что за говно? Матансас? Игуэй? Круки Тайланд? Остров Маягуна? Здесь-то у меня хоть везде все завершено. Да... Насау еще. А, я там все завершил. Окей. Насау можно больше не посещать. А мне вот это одно интересно. А как мне посмотреть, где находятся битвы за ассасинов и так далее? Вот, например, костюм. А, нет, не костюм Майя. Какой нахер костюм Майя? Кокосовый пляж. Бананы кокосы! Вау, здесь есть... В компании для Эдварда есть обозначение Эвелины. Просто отлично. И чё? А как мне посмотреть, где находится... Охота на тамплиеров? Вот, я про это говорю. Может быть, пока что недоступно? Ни на одной из территорий? Ну, в прошлый раз я случайно просто увидел. А, то есть конвой постоянно будет здесь ходить? Окей. Я потом подумал, что он одноразовый. Хм. Чё-то я не понимаю. Может, как-то здесь можно через меню посмотреть, где они есть. Да нет, здесь вообще карты нету. Ладно, потом погуглю. Пока что это не так уж важно. Кстати, сколько я там прошел всего? Зарытые сундуки. Аж 22%. 24% таверн. Почему они по порядку отмечены? Я вот этого никогда не понимал. Стелы Майя на четверть. Точки обзора на 35%. Аж 40% морских фортов уничтожил. Ух ты, 43%
на основных локациях уже сделал? Фига себе. Пятую часть морских контрактов. Блин, так если подумать, если проходить... Так я много дополнительного контента сделал, а если проходить так, то... И всего 4 охоты на тамплиеров? Или пока что доступны 4? Этот встречается с мастером-ассасином Ант, чтобы предупредить его о тамплиерской угрозе. А где? Ассасин Маран. Моран! Ну, видимо, не здесь. Пока что карта недоступна, не показана. Я не знаю, как. Посмотрим, короче говоря. Я еще посмотрю, погуглю. Надо еще здесь допройти эти странные задания, которые не выполнил. А здесь сколько заданий? Всего 4? Окей. Я думаю, мне все равно здесь делать нечего. Поэтому я пойду сейчас. Хотя... Нет, задание выполню, потом, может быть, этот форт захвачу. Он сложный? А, он сложный. Лучше туда не соваться пока. Мне. Лучше сюда сбегать будет. Ничто не истина. Молодцы, дали мне экран загрузки, потрясающе. Высадили бы на море. Как дебил, сейчас буду бегать. А этот костюм достаточно неплохой. Хотя нет. Отстой. Вау. Да вы серьезно? Нокаутируйте ассасинов, заберите сокровища из сундуков. Нокаутировать? Не убить, а нокаутировать? А, нельзя совершать убийство. Поэтому мне дали. Поставили сразу то, что мне нужно. Иметь. Карту-то хоть дали, нет? Факити-фак. Карибский бассейн. Ладно, я погнал, так и быть. А как Джеймс Кит сюда прошла? Прошло, прошел. Чего вы смотрите? А, негр-ассасин, отлично. Really? Ну я прыгну. Да ты, падла, издеваешься надо мной, да? Ты издеваешься надо мной, да? Он должен был сразу пойти в нырок, а он почему-то не сразу. Или там просто допрыгнуть нельзя. Не, ну попытка не пытка. Еще раз. Я не хочу, чтобы игра мне под зад надавала вот так вот. Блин! Да это что за бред-то? Я еще раз попробую. Он почему-то прямо не прыгает. Я его прямо направляю, он почему-то прямо не прыгает. Он в сторону от нее постоянно прыгает. Покуха. Так, направляю его прямо. Вот, сейчас прямо камеру поставлю, вот. Наконец-то, боже мой! Каким миллиметровщиком надо быть? Может быть, здесь заползти? Не все равно спускаться вниз надо было. Там вообще трое.
Я знаю, что надо сделать. Надо пойти на точку. На точку обзора. Правда, где она, я так и не понял. Сейчас. Потом можно будет спрыгнуть в сено, забрать одного из ассасинов, который стоит рядом с сеном. Убрать второго по-быстрому. И так далее. О боже. Что это за херня вообще? Какая-то мачта, что ли? Так, я боюсь, что я туда не запрыгну. У меня такие дикие ощущения, что в эту листву... Не в эту листву мне идти, чтобы... Вижу. Фак. Я не убивал, ну ладно. У меня даже клинков не было. Но окей. Будь по-твоему, игра. Посеяночки, посеяночки, обходим нахер мы. Да, пошли вы в жопу. Вонючие менты. Ну, они похожи. Хотя, если были бы такие менты, я думаю, никто не отказался. По-моему, это вообще бабы, если честно. Хватит щупать зелень. Ага, вижу сокровища. Черт, тогда все усложняется. Тут еще ягуар есть. Черный или белый? В смысле, афроамериканский или не афроамериканский? Вы такие же дебилы. Господи, какие вы ассасины. Дилетанты. Так, один здесь бродит. Чё они вдвоем стоят? А, то есть она так... Так у тебя даже же нету капюшона, господи. Такая брутальная или просто дура? Hello. Так, я же здесь все обследовал, да? Сундуков больше я не пропустил никаких. А вот 3-4. Вижу. Все сундуки. Стелс! Больше стелса. О май гад. И в какую сторону? Нет. Да, вон на ту ветку. Конор. Конор, зачатки Конора в нем. Не, ну здесь путь попроще, естественно. Кустики сразу. Вау.
настроили деревьев, мать твою. Опасно. Мне нужно срочно тройное нокаутирование. Вижу сундук. О, детка! И не даешь ты мне покоя. Иди ко мне. Тебе харю я как вскрою. Я самозванец. Про меня говорят. Кукаша макаша, каша маляша. Укакак мукака. Макака укака. Ука. О, фак. Прям за твоей спиной происходит непотребство. Ты, баба, не видишь, что ли? О, господи. Какая же ты тупая, а. Блин, сколько вас здесь тупых. Одни тупые просто. Страна тупых. Дэвид Линч был бы счастлив, если бы про вас снимал фильм. Ну, потому что у него есть мультсериал «Страна тупых». Иди ко мне. Сейчас только что птицы в слоу-мошене летали. Видите, они в слоу-мошене летают. О боже. Как же мне без палева-то пройти здесь? Пометьте этого. Пометьте. Спасибо. Ее точнее. Как я посмел. Это же женщина. Как я посмел обзывать женщину? Сказал Илья. Не смотри, не смотри, Эдик. Это там страшно. Видите, он только что колбасился под дабстеп. А, блин. А там-то парнишка стоит. Ну, не парнишка, но все равно с винтовкой. Успел. Колбасец вот такие был. Чувак, как хорошо. Ну, мне надо здесь обойти, похоже, чтобы туда попасть. О. Давайте посмотрим за ее маршрутом. Туда встает, потом сюда встает. Нет. Она просто сюда пришла. Случайно. Потому что я подманил. Сейчас она тогда встанет в позицию. Ближайшая ко мне, когда пойдет от меня. Тогда я пойду. Вот сейчас. Не те. О боже. Я не успею убежать.
Уж лучше сюда. Нет. Не сейчас, браток. Я принесу тебе пирожок. А, вот не надо, у тебя же есть. А, черт. Я же сказал, как нельзя оскорблять женщин. О чем ты? Ну чё, вдруг у него пирожок есть по умолчанию? Что я именно об этом, и вы о чем? И да фу на вас. Ой! Все, дополнительное задание выполнено. Это было супер сложно. Я мог забыть, как открывать сундуки. Просто. И чё? Слышь? О, господи. Чё происходит? Ай, где? Игра, игра. О, какая сложная загадка. Я с самого начала все сделал правильно. Сейчас заставили поворачивать. И сейчас 50 ассасинов налетает, такие. Ха! Ты узнал, где стал Майя! Нихера себе так бы убился. Будь я Альтаиром. У меня там милипичное ХП было. С начала и до конца игры. Убивали с 5 укусов задницу. Какой-то он особый коллекционер, очень странный. А здесь я абсолютно не застукаю, да? Он стоит вообще без палева за ассасинами. Капитан Кенвей. What is the assassin Duncan Walpole? Dead and buried. After he tried to kill me. We are not sorry to see him gone, but it was you who carried out his final betrayal. Why? Я еще кто сюда? Кто вы такие? Мать ваша! You murdered our brothers and sisters in Havana. He has the sense, mentor. Вот какой поворот, а? James tells me you treated with the Templars there. Did you see the man they called the Sage? Aye. Would you recognize his face if you saw it again? I reckon so. I must be certain. Все-таки он стал ассасином, господи. Какие повороты здесь, пятикратные просто. Потом окажется, что он инопланетянин. Индиана Джонс, который сражается против инопланетян. А, да, четвертая часть про то, как Индиана Джонс сражается против инопланетян. 5+. Я думаю, что в следующих частях мы увидим, как он сражается с собственным я. Или искореняет дьявола. Серьезно.